Чё, всем здорово, всем привет, это Эмфасис, я Андрей Сткалерс, как обычно по средам, разбор очка ваших тречков, РТП, разборка треков подписчиков. Я только сейчас заметил, что, блин, сокращение РТП, а везде писался разборка демок подписчиков, РДП должен. Короче, я сам запутался, в общем, теперь будет называться треков подписчиков, а не демок подписчиков, чтобы все было по-правильному. Короче, что делаем? Разбираем ваши треки наших подписчиков. Любой может присылать свой трек. Вы можете присылать какие угодно жанры вообще. То есть, еще раз, нету никакой привязки там к драм-н-бейсу, не драм-н-бейсу. Что хотите, то присылать. Любой степени доделанности, минутный трек тоже ок, но, конечно, чем больше, тем лучше. Вот. А вы можете присылать трек свой либо мне в телегу. Вообще, желательно быть подписанным на наш телеграмный канал, и там, собственно говоря, все за все анонсами следить, и куда слайд там тоже написано, между прочим. Вот, ну, либо можете воспользоваться в ВК, если кто-то, у кого-то он имеется, но в ВК я почти не сижу. Вот, я сегодня даже там запостил вот этот вот текстовичок о том, что ВК я, ну, практически не пользуюсь, так что, ну, типа, сорян, если что, предпочтение, конечно, Телеграму отдается по большей части, так что, ну, ВК можете тоже присылать, но лучше в телегу, в телегу. Вот, потом закидываем все эти треки в барабан, крутим барабан, я Якубович, усы на месте, может быть, давайте, донат 10 тысяч рублей и сбриваю бороду в прямом эфире, остаюсь только с усами, как Якубович. Вот, но пока так. Крутим барабан, кто выпал, того и разбираем. Если вы не хотите ждать рандома, всегда можно поддержать наше комьюнити. Напоминаю, что Эмфасис — это комьюнити продюсеров, комьюнити. Вот, на донат от 500 рублей, ну или эквивалент вашей валюте, 5 евро, 5 долларов, что хотите, короче, ссылочка есть в описании, и куда кидать тоже. Вот, ну и, собственно говоря, можем разобрать ваш трек вне очереди. Ну, это да, опционально. Так, ну что, давайте тогда начнем, да, сегодня у нас 22 человека, поменьше, чем было в прошлый раз, что, ну, наверное, не знаю, притормозили, что ли, вы с этой, с написанием, ну да ладно. Тут сразу еще вчера, я вот сейчас продублирую донатик, залетел Wizard со своим треком Undead, так что давайте его послушаем, ну, спасибо большое за поддержку комьюнити. Первый пошел, как говорится. Давайте. Undead by Wizard. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, Dark Souls, что ли? The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This. Какая часть? Вторая. Первая. Опа. Locked away to await the end.
Ну ладно, тут уже пошел, по-моему, не хардстайл, а какой-то аптемпо. Вот, ну, как ни странно, у меня на самом деле есть опыт в аптемпо и хардстайле, потому что у меня было несколько учеников, которые, ну, типа, писали такое, я, ну, типа, преисполнился в своем познании, так что могу понять хардстайл и аптемпо тем более. Но для аптемпо, конечно, BPM не тот, там надо, наверное, BPM 300 иметь минимум. Вот, ну ладно, что по треку? Действительно ворвался, действительно разбавил. У нас, ну, супер редкий случай, когда хардстайл присылают. То есть хардстайл практически никто не делает. Что на самом деле, ну, конечно, печально. Хотелось бы больше его. Музыка-то, блин, крутая, энергичная, ну, мелодичная, энергичная. Вот. Ну, типа, идея мне понравилась, хоть я, не знаю, как поклонник игр Бабадзаки, всяких Dark Souls'ов и Sekiro и всякого другого дерьма, не сильно хорошо отношусь к вставлению, типа, приколов из Dark Souls. Ну, не знаю почему, нету никаких причин к этому, это просто мое личное отношение к тому. Но окей, мелодия понравилась, аптемпо часть, в принципе, тоже прикольная, хотя, наверное, борщинул с этими, с кричащими звуками, ну вот во второй части, да, когда у тебя там пошла вот эта вот вся весь жестан с вот этим. Но это минус уши, короче. Вот, то есть идея мне понравилась, по качеству, наверное, такого сказать не могу. Вот, знаешь, в чем самая главная проблема? У тебя кик. У кика получается есть только саб, да, и ну и какой-то высокочастотный щелчок. А вот эта вот область, ну, типа low mid, да, которая называется, она вообще практически пустая в треке. Из этого, ну, вот если мы там уберем, условно говоря, саб из этого трека, да, то есть, ну, там, просто на любом оборудовании, на наушниках, там, от айфона, да, там ты послушаешь трек, он будет звучать тонко и противно, потому что середины низкой, короче, нету. Я, скорее всего, думаю, что ты крутил кик сам, да, то есть, ну, на синте, и, наверное, просто забыл про, ну, какой-то дополнительный слой, потому что, ну, он, короче, не звучит плотно, как должен хардстайловый кик звучать, вот. Ну и для меня это, конечно, проблема большая, потому что, ну, типа, кик характер хардстайловый, но вот звук у него не тот, короче. То есть середины просто нету какого-то хрена. Не знаю почему. Вот, ну еще знаешь что? Еще, наверное, сайдчейна что-то вообще пожалел. Я тут нигде сайдчейна не услышал. Где сайдчейн? Ну вот, типа, если мы срезаем, да, условно говоря, любой бас, где кик остается? То есть как-то ты вот с этим, по-моему, борщинул со срезом кика, ну или просто как-то не совсем правильно его накрутил. Но все равно, так как жанр уважаемый, шляпу снимаем, естественно, хардстайл люблю, уважаю. Вот. Да и аптемпо, в принципе, мне недалек, скажем так. Я ж латентный объебос в свое время. Не, я, конечно, не ходил, да, ну, на всякие вечеринки хардстайловые. Я не настолько был жесткий, конечно, но как бы друзей таких имел. Вот, ну ладно, короче, респект, спасибо, Wizard, за трек, кик надо подкрутить обязательно, и сайдчейн надо побольше налепить, вот, все остальное вроде насец. Сайдчейн некуда ставить? Нет, сайдчейн всегда есть куда ставить, в хардстайле, ну, обязательно должен быть сайдчейн. Я не говорю про сайдчейн, типа вот, громкости, да, чтобы, ну, частотный сайдчейн, ну, короче, хоть что-нибудь. Немного низковат бас. Не, бас-то нормальный, как раз на нужной ноте. На ноте F, да, фа диез, точнее. Вот, но вот середины нету. Вот это, короче, печаль, беда. Ладно, респект, спасибо за хардстайл. Рили разбавил нашу тут сосисочную драм-н-бейсовую вечеринку. Так, ну чё, погнали дальше. Так, сейчас только из этого уберу. Так, 15 уберу. Чё, крутим барабан?
давай габу. Хотелось бы. Так, number five. Это у нас Bear с клоком... С треком. С треком Clock of Life. Автомобиль. Несите мне там эти, что он там... Блин. Чем там варенье приносили Якубовичу. Я же настолько давно не смотрел это дерьмо, что даже не помню. Так, Bear на месте. Все, слушаем Clock of Life. Я в ноту попал. Вперед, чертяка. Так, ну, вот такой вот трек. От Wima, да, если я правильно произношу, Wima of Split Mind. Сорян, у тебя очень сложный никнейм, я все никак не могу его запомнить нормально. Ну, на фоне предыдущего трека это, конечно, супер странно воспринимается, потому что тут, ну, типа, как будто с объебосной вечеринки просто в университет какой-то пришел, в консерваторию. Вообще, вообще странно. Вот. Ну, идею я никак не могу там осудить, не осудить. Это просто, ну, там, такое максимально творчество, да, то есть тут в рамках электронной музыки, да, которая мне понятен, ну, которые мне понятны рамки, я не могу это, как бы, ну, осудить. Ну, nice идея, типа, под часы какие-то там грустненькие мелодии, ну, вроде все окейно. Вот, поэтому давай я больше про качество скажу, наверное, да, то есть потому что, ну, идея окей, не, ну, я не знаю, смог бы я такое слушать, как бы, вне стрима, например, да, то есть, но примерно представляю, что многие бы смогли. Вот. А по качеству, ну, я, видимо, не один такой, да, то есть мне тоже показалось, что как-то ты пожалел низких частот, да, себе в трек, то есть а где контрабас какой-нибудь, да, или там какие-нибудь низкие томы, чем-то такое, ну, или контрабас какой, ну, есть как бы, но он такой... очень-очень маленькие, вот эти все скрипки высокие, тонкие, ну, из этого как-то действительно, блин, ну, как-то непонятно, короче, воспринимается, нет, какой, как будто, знаешь, какое-то безалкогольное пиво пьешь, то есть вроде как и музыка, а вроде как и что-то вот не хватает,
Вот. Ну, я тут, знаешь, еще подумал. Я подумал, может быть, просто тебе какую-нибудь пленку накладывать на такие треки. Вот, например, тот же самый, как он называется-то, тейп. Тейп. Вот этот вот, короче. То есть, типа, прокачать низ, навалить пленочку. Для живости. И может, ну, тогда бы этот трек чуть получше бы воспринимался. Вот, ну, я говорю, главное вот это вот претензия. И знаешь, что еще? Вот эти часы. То есть, ну, вроде как это реально какой-то записанный сэмпл часов, да, то есть, но, ну, по-моему, он очень сухой. То есть, я бы на него чутка какого-нибудь бы ревера, что ли, наложил. Чем-то такого, чтобы ему эмбиенса какого-то дать. А то как будто часы отдельно, музыка отдельно. Их надо как бы в одно пространство, что ли, поместить, наверное, если, ну, подразумевается... Упс. Надеюсь, у меня микрофон не стал пердеть, фонить сейчас от этого мува. Я тут его задел случайно. Вот. Короче, по качеству, ну, наверное, не особо, но идея прикольная. Часики. Часики смеются, тик-так. Я больше эмбиент пишу. Так ты вот тогда и эмбиентовые какие-то сюда приколы и повставляй, короче. То есть, ну, вот в треке как будто не хватает вот какой-то вот основы, какого-то фундамента. Вот это вот, ну, главное, что мне показалось. Ладно, в любом случае, респект. Тоже очень интересный контракт получился. Тут, блин, хардстайл Габба, тут какая-то мелодия из Кастлвании. Ладно, спасибо, респект, погнали дальше. Для игры топ вообще. Для какой игры? Dark Souls? Номер 10. Так, номер 10 это Кира Соловьева. Но не обольщайтесь, по-моему, это фейк. Ну, в смысле, по-моему, это не девушка. Но я не могу на 100% вручаться. Вот, человек так у меня подписан в телеге. Кира Соловьева с треком... F897-7FF3C37A77948. Что же будет дальше? Ты даже не гражданин. Блин. Вспомнил Амим. Так. Человек под ником Кира Соловьева. Ты тут? Если ты тут, дай, пожалуйста, знать, потому что надо хоть как-то увидеть, что ты заинтересован. Так, ну, короче, что-то нет. Ну ладно, пока не удаляем, подождем, крутим дальше. Готика флешбеки вообще. Илья Сидоренко. Так, ну он, по-моему, был здесь, по-моему, да, я его видел, он пишет. Так, ну давайте послушаем Pixel Point, погнали. Бит, ну типа. Опять он так-то. Лаги пошли. Слушай, вроде не лагает. Я зайду на канал. Не, вроде идем. Вроде транса идет и вроде не лагает. Не лагает. Так, ну окей. Вот такой вот рычок от Ильи. Илья говорил, что он пишет музыку свою на телефоне. Он не один такой. Ну, если что, тут надо целый жанр, видимо, новый, короче, открывать. Те, кто пишет музон на телефоне.
разнообразие жанра прям огонь. Да-да-да, что-то мне тоже, если честно, нравится. Слушай, вот это вот как раз гораздо больше вот для какой-то игры, наверное, да, то есть подошло бы. Причем даже, знаешь, не какой-то не... Ну, не древний какой-нибудь, а вот современные всякие игрухи, потому что сейчас вот модная всякая такая инди-хрень, там, всякие микроигрушки, да, то есть где там, ну, может быть, чем пиксельные какие-то. Короче, вот это я прям могу представить, рили, в какой-то игре случающем. Вот, да и вообще мне понравился, в принципе, трекан, то есть такой... Ну, я даже не знаю, к чему прикопаться, но единственное, к чему могу прикопаться, это к тому, что слишком мало. То есть он должен был быть еще длиннее, да? Ну и какое-то развитие бы, наверное, у этой идейки должно было бы идти. Вот. Ну, по качеству сказать тяжело, как бы восьмибитка, да? Я бы еще больше, наверное, ее всрал каким-нибудь дисторшеном. То есть что-нибудь... Ну, правда, на телефоне как ты это сможешь сделать, да? То есть без компа, наверное, толком это не сможешь провернуть. Вот, то есть прям какой-нибудь биткрашер на нее нафигачить. Ну-ка, у меня есть биткрашер. Битредакшн. Ну-ка, интересно. Вот, биткраш. Ну-ка, если... Нет, она слишком... Да, то есть чуть-чуть еще уговнить, ну, можно было бы, и было вообще бы прям на стильке. Ну, нормас, для телефона прям, ну, хорошо, мне кажется. Так, развитие перейти на iPhone. Слушайте, на самом деле получается, что на Android действительно гораздо меньше нормальных, ну, типа, всяких приколов для продакшна музыки, чем на iPhone. Ну, как это не печально. Вот, хотя Fruity Loops Mobile есть хороший... Есть Cubasis, вот, типа не Cubase, а Cubasis, там еще несколько студий есть, ну, на iPhone есть GarageBand, GarageBand это, конечно, ну, просто имба полная, то есть GarageBand прям очень хороший секвенсор, ну, почти Logic на iPhone, а если iPad есть, то там вообще лютая имба, тупо Logic, тупо самый навороченный секвенсор, который, в принципе, наверное, есть, так что, да, к сожалению... айфончики, айосники в этом плане победили. Ладно, спасибо большое, Илья. NiceTune продолжает, ну, развивая вот эту идею, пиши новые, ну, мне прям понравилось, восьмибитку уважаем. Так, погнали дальше, крутируем барабан. Фрукты на мобилу — это боль и страдания. Слушай, ну, мне кто-то говорил, что фрукты на телефон — это прям вышка, и что можно даже экспортировать проекты потом, ну, и типа загружать их у себя на большом фрутике на компе. Ну, я не знаю, как это работает, если честно, не пробовал, но так. У меня вот Android, ну, если честно, да, вот недавно относительно перешел, там, год назад на Android, до этого, конечно, я был человек яблоко, у меня всегда были айфоны. Дивандерер выпал, кстати, это ты на месте или нет, Дивандерер, напиши что-нибудь. Всегда были айфоны, перешел на Android, на Pixel, Google Pixel, и, ну, я там ничего не ворую, то есть, ну, я не знаю, у меня вот какое-то последнее время отвращение стало к всяким ворованным и ломаным софтам, хотя я знаю, что это главный прикол типа Android'а. И даже Fruity Loops я не умудрился своровать, чтобы его потестировать, но покупать мне что-то как-то в лом, хотя хотел бы потестировать. Reaper на телефоне. Слушай, я видел, что это, ну, в теории возможно. То есть его запускали, рили, на андроиде, но, ну, естественно, там о работе нормальной, ну, речи нет. Так, окей, погнали, Дивандерер. Трек называется «Rustle of Twilight Star». Фрукты без телефона — боль. Это да. К сожалению... Эксперимент мой с фруктами пока неудачный. Секс. Oh my God.
анимешно. Ну такое. Джангл аниме. Кстати, анимешники прям дико любят джангл. Если вы, ну, посмотрите, там в разных анимехах до хрена джангла есть. Жень, здорово. Демки слушаем, тебя ждем, когда ты демку скинешь. Ты все не кидаешь. Свадьба. Поздравляем. Поздравляем со свадьбой. Свадьба — дело такое. Так, ну окей, вот такой вот трек от Дивандера. Слушай, ну кажись, ты нашел свою стезю, да, или как это называется, короче. То есть, ну, типа, прям джангл у тебя хорошо получается. Сейчас вот кое-что выключу, у меня тут просто ограничение стоит. Типа, джангл прям отличный. Вот, прям отличный. Ну, есть кое-какие моментики, сейчас о них скажу, да, то есть, ну, по идее, у меня вообще к тебе вопросов нет, кроме одного места, кроме вот этого места, которое я вообще ни хрена не понял. Подожди, где это было? Нет. Да, вот, вот этот вот какой-то странный, ну, что это фильтр с фленджером или что такое? Ну, то есть, я знаю, что в джангле действительно фленджер херачит, то есть, ну, но тогда я уже херачу, ну, прям по полной, чтобы это прям, ну, то у меня, кстати, фленджера-то и нет никакого, прикиньте. Как, да, настолько редко пользуюсь какими-то фленджерами, что у меня их даже и нет. Короче, вот тут как-то не дожал. То есть тут надо вот прям какой-нибудь максимально такой древний, знаешь, пожилой фленджер взять, чтобы ну, его прям люто было слышно, и тогда, может быть, это проканает. Ну, вообще, ямка такая затянутая получилась. Вот, в остальном, мое почтение, прям очень приятный трек. Давай, напиши, короче, штук 5-6 таких треков, зафигачим релиз у нас на лейбле джанглово. Я бы хотел, кстати, для лейбла джангловый, полностью джангловый релиз. Это мне нравится. Вот, ну, что по качеству, да, то есть у меня главный вопрос, наверное, к басу твоему. То есть бас — это чистая синусоида. Вот прям вообще ничем не раскрашенная, просто тупо синусоида. Причем синусоида вроде как даже... Ну, типа, не 808, да, такой, у которого в начале есть, ну, такой пич-дроп, типа, пу, небольшой там он, как бы так, как у Кика, да, вниз падает. А прям вот такая просто синусоида, и это как-то, ну, очень тускловато. То есть, опять же, удали из твоего трека саб, да, то есть, что останется? Ничего. То есть, ну, ни за мал. Надо бы посатурировать, погрязнить ее как-то. Джанглу, ну, вполне идет какая-нибудь грязнота такая небольшая, знаешь, то есть это, ну, это же не нейрофанк, это, не знаю, не ликвид, то есть тут можно чуть-чуть погрязнить вполне спокойно. Пропустить его через какой-нибудь этот, там, не знаю, сатуратор странный там какой-нибудь. Вот, что-нибудь такое, короче, поделать. Вот, да и все, наверное, то есть больше я вообще ничего плохого не слышу. Не, все отлично. Очень nice tune. Вот, так что давай, пили дальше. Больше всякого джанглухи. Всякой джанглухи такой. То есть, ну, прям хорошо у тебя выходит. Мое почтение, как говорится. Так, нашел свой фленджер. Блин, какой же там был хороший фленджер-то? Фленджер был хороший у D16, по-моему, чуваков. То есть, как он называется? А, он называется антресоль. Ну-ка, сейчас, погодите, дайте сек. Да, вот антресоль называется фленджер. Вот это пожилой довольно-таки фленджер. Во! Вот такой звук должен быть вот здесь, если ты хотел такого эффекта. You would not be able to relate to other people of the world that
И потом дальше погнали. Типа вот, какой нужно фленджер примерно вставлять, а другие это вообще не то пальто будет. Ладно, спасибо большое, Дивандлер, давай напиши побольше таких треканов, буду ждать. Так, окей, go next. Одиннадцать. Барабанные палочки. Так, Иван Гуменюк, Different Mind, Astral. Иван, ты тут? Different Mind. А, по-моему, Different Mind что-то здоровался со мной. По-моему, я помню. Но на всякий случай напиши, пожалуйста, в чатик, если ты здесь. И погоним. Так, что там, у меня микрофон не фонит? Вроде не должен. Так, Иван Different Mind. Блин, сейчас придется промотать. Да, вот, все, я его видел в начале. Все, погнали. Псайтранс. Шантранс. Такой классик АЧХ для псайтранса. Вокал, но это не, я не знаю, это всякая, не индийская, как это называется, хер его знает, короче. Кто шарит за псайтранс? Какой там вокал, как он называется? Да, точно. Спасибо, Илья. Не писай, а что это? Слушай, не знаю, почему ты сказал, что это не псай. Для меня это звучит как вот прям типичный псай. Максимально типичный. Вот, ну, хорошо. Я не то чтобы сильный специалист в псайтрансе, конечно, да, то есть, ну, такого плана. Вот, но мне понравилось. То есть, все, как говорится, по методичке. То есть, и тебе мантровый вокал, и вот эти разные звуки. Ну, наверное, чуть-чуть не хватило. Хотя, может быть, я дальше там не дослушал. То есть, каких-то, знаешь, таких вот этих ломанных псайтрансовых, там, какая-то такая вот херня еще у них играет. Вот такой немножко более прямолинейные как бы звуки, но все равно все вот на стиле хорошо сделано. Вот, по качеству очень хороший кик, ну кик с басом, вот вообще никаких проблем у меня к ним нет, то есть прям отлично, я говорю, даже вот по АЧХ он такой вот идеально псайтрансовый АЧХ, вот если вы хотите узнать, как выглядит псайтрансовый АЧХ, это вот такая вот идеально ровная гора, короче. Ну, может быть, чуть-чуть больше баса, да, могло бы быть, но это так. То есть, в принципе, это опционально для псая.
Вот. Но все остальное, кроме мантр, да, вот этих вокалов, оно, по-моему, куда-то в жепу немножечко ушло. То есть особенно клэп, особенно всякие, ну, мелодии, басы, то есть они как будто бы потерялись. Дай-ка сейчас попробую тут свой мега-технологию быстрого мастеринга попробовать, просто ради того, чтобы посмотреть, сработает или нет. Вот как у тебя и как должно быть примерно. Да, то есть трек явно не, ну, как бы не совсем финального качества еще, да, то есть можно явно лучше. Вот, но все равно, как бы ругать особо не за что, все на месте, более-менее все сбалансировано, вот. Ну, просто как-то вот глуховато, пожиловато, вот. Ну, и как будто бы забил на все остальное, кроме кика и бас. Хотя кик и бас, да, очень хорошо сделал на этот раз. IDM сегодня был? Не, IDM пока не было, ну что, может быть кто-нибудь... Сегодня, знаешь, что не было? Drum and Bass, ну был Jungle, конечно, но Jungle не Drum and Bass. Короче, хороший тюн, Иван, ну, респектую. О, тут даже меняется что-то во втором дропе, ни хрена себе. Триольный ритм. Блин, крутой кик. Техно не было. Ну что ты, Макс, давай с техно залетай. Ладно, респект Ивану. Рили Астрал. Хороший трек. Хороший кик. Прям, ну, супер качественный. Go next. Снейр должен быть в сайтрансе. Это почему? В сайтрансе вообще никаких снейров. Да какие снейра? Ты чё? Клэпы. Ну, опять же, я не супер специалист. Так, выпал у нас Михаил с треком Electronic Heart. Сорян, ну, не знаю, как у меня так в телеге был подписан человек Михаил. Если что, Михаил, пожалуйста, дай знать. Electronic Heart. Тут ли ты? Пропустили Индию. Жаль, не послушали. Ну, блин, слушай, все треки полностью-то, наверное, как-то даже и некрасиво слушать, потому что, блин, ну, а вдруг человек его куда-нибудь подпишет. Так, Михаил Галкин, окей, слушаем трек Михаила, Electronic Heart называется. Еще один сайт-транс. А нет, даже не близко в сайт-транс. Вот это я дурканул. Это электро. Music Instructor. Техно-рок. Ambient Chanson. Electric City. We'll be right back.
да, там более-менее все такое же. 6,5 минут. Ну, Михаил, конечно, так, по престарелому длительность. Ну, хотя, кто знает, может, в электро так. Слушай, с одной стороны, прикольно. То есть, мне понравились некоторые места, то есть, такая гармония прям прикольная. Ну, типа, трек неплохой. То есть, он как-то вот цепляет, короче, своей вот этой вот, своим грувцом. Вот, с другой стороны... Очень монотонно, очень однообразно. И, ну, то есть, если бы он длился минуты две, наверное, он бы не успел, да, то есть надо есть. Учитывая, что он длится 6,5 минут, ну, это долговато. Ну, либо это только, если это прям вот по жанру так надо, да, то есть это признак жанра такой, чтобы вот он должен был идти там 6,5 минут, но мне кажется, нет. Вот, ну, слабо к разнообразию, наверное, подошел, то есть можно поинтереснее было что-то там, и мелодии поразнообразить, да и бас этот, вот эта мелодия одна и та же постоянно играет, тупо весь трек, короче. Вот, ну и по звукам, не знаю, то есть звуки супер базовые, то есть, ну, это могло бы, знаешь, в электро это как бы сходило с рук, потому что они делали на железках это все в основном, ну там старое, да, там пожилое электро, на драм-машинках, а тут вот, ну, не знаю, я могу ошибаться, конечно, но, по-моему, это вот на компьютере все набрано, да, то есть и звучит вот это как компьютерное электро на, ну... на дефолтных каких-то звучках. Вот, так что, ну, мне понравился только вот некоторые такие гармонические моменты, то есть, ну, и как бы общий грув тоже, как бы, зашел, вот, скажем так, да, то есть, но вот звучания скорее нет, и разнообразия точно нет, вот. Ну, а хотя хрен знает, то есть, опять же, любой трек можно превратить во что угодно, мастерингом или обработкой, ну, кроме, блин, гребаного разнообразия, вот, разнообразие ничего с ним не сделаешь, вот, с этим точно надо работать, но остальное это так уже, мои пожелания, скажем так, так что сильно не принимай близко к сердцу, еще раз, не восприними как какой-то хейт, хороший трек, каждый трек хороший, но, типа, вот такие вот мои мысли по поводу твоего этого трачка. Вот. Ну, кстати, да, рад видеть, спасибо, что залетел. Всех новичков, добро пожаловать к нам. Мы тут ваши треки разберем. Так, ну ладно, Михаил, респект. Так, что там, переходов, перебивок не хватает. Ну да, типа вот, блин, чего-то прикольного. Вот если бы трек вот был, вот, ну, такой вот, да, например... То есть, ну, может быть, это зашло, хотя тоже, не знаю, вот здесь бы я, наверное, уже подустал чутка. С мелодиями надо как-то поиграться было, да, то есть как минимум. То есть бит и бас, это ладно, пусть они в электро, они пусть могут играть монотонно, но вот мелодии, новые инструменты, то есть это точно надо было добавить. Сначала электроника, потом техно и хаус, потом все остальное. Чё? Сначала хз, что было? Сначала было слово. Так, ладно, погнали дальше. Слава, здорово. Где демки? Где демки? Грязи не хватает. Да, грязи не хватает. Ну, я говорю, это электро... Первое было грязное, потому что на железках все делалось. На драм-машинках. И драм-машинки, ну, секрет-секрет, они играют, ну, как бы не монотонно. То есть у них не одинаковый звук там, ну, короче, ладно, не будем в это вдаваться. Так, у нас выпал Бадьяк 228, осуждаем. Так, отпишись, пожалуйста. Ну, так, еще раз, человек подписан в телеге. У меня Будьяк или Бадьяк 228. Драндубаса нам давайте, говорят, драндубаса. Ну, знаешь, иногда жаловались, что слишком много драндубаса вашего, а тут сейчас вообще ни одного. Хватит ДНБ, на прошлых стримах было, да, на ДНБ, ну, на прошлых стримах постоянно ДНБ. Будьяк 228, set one ready. Ты тут? Напиши мне в телегу или в куда-нибудь, в YouTube лучше, потому что чего-то нету. Так, ну ладно, нет времени ждать, сорян, пацаны, гоним дальше. Как поднять бабла Азина 3 топора? Так,
13. Антакта. Ну, смотри, вот теория про то, что надо просто срать побольше комментариев в чат, она работает. Вот писал в чат, выпал. Вот так вот это работает. Ну, Антакта, слушаем трек Fiction 6. Вот, кстати, драм-дубас вам, скорее всего, будет. Грацию падения. Главное, чтобы из жопы ничего не выпало лишнего. Еще один часовик. Это радарщик. Тут был часовик, а это радарщик. Какой-то... Ты же не знаешь, что похоже. Так, ну ладно, такой вот трек от Антакта. Наконец-то он дождался, да, человек долго-долго ждал, но наконец-то дождался. Главное просто, смотрите, говорю, пишите много сообщений в чат. Ставите лайки видео, кстати, тоже, я забываю это тоже указать, конечно, как важный критерий выпадения. И все, и выпадаете, все изи. Кстати, кто лайк не прожал, прожимаем, пожалуйста. Так, ну что, тут у нас такой, ну я не знаю, полутехноид, наверное, какой-то, да, техноид, драм н бейс. На странных вайбах, если честно, то есть я до конца не понял. С одной стороны, мне понравились барабаны и бас рудничок такой, да, то есть там пожуживает неплохо. С другой стороны, вот эта пиликалка, ну как-то вообще мимо. Типа пик-пик-пик-пик. Рили, как будто какой-то радар слушаешь, и не знаю, счетчик, блин, чего-то. Странные пиликалки Антакта, то есть, по-моему, неудачные. Может быть, ритм и неплохой их, да, то есть, сам, ну, сам ритм, сам, как они в грув вписываются, но вот звук вот этот простецкий слишком, и он как-то, ну, как будто стиль, опять же, крадет только у этого трека. Вот. Ну, скорее все равно понравилось. То есть такой грувец, вполне себе неплохой. Вот, что по качеству, да? По качеству тут кика почти нет нормального. То есть слабенько, слабенько, слабенько кик долбит. Да и вообще тоже вот как будто сегодня многие треки этим страдают. Вот куда вы деваете всю нижнюю середину? Господа, это нижняя середина, это обязательная вещь. Вот простой тест. Вот если ты хочешь отрендерить свой трек, ну и сомневаешься, хорошо он звучит или плохо, берешь, ставишь просто любой эквалайзер, да, то есть отрезаешь вот все, что ниже, например, 100 Гц, и слушаешь свой трек. Ну, естественно, вместе с референсом. То есть если перестает читаться кик, если там, не знаю, ну, просто он неплотный становится... Все, сразу значит, на пересведение. Придешь на пересдачу, как говорится.
Вот, то есть, ну, нельзя полагаться только на sub, да, то есть для плотности, то есть надо обязательно low mid, и вот здесь плоховато. Ну, плюс у меня еще какое-то подозрение, что конфликт у Кика есть с басом периодически, хотя вот он вроде прям между вот этих вот ушей сидит, такой как мини-Бэтмен получился. А, тут еще вот эта пиликалка. Энди Вакса пересмотрели с вырезами 250-300. Слушайте, никакие частоты по дефолту вырезать нельзя, да, ни 300, ни 500, ни 3500, ни сколько, ни 8000, ни сколько нельзя, ничего нельзя вырезать по дефолту. Все надо обязательно проверять. Вот, ну, короче, в любом случае, этот трек неплохой, он, ну, не самый твой плохой точно, да, то есть, ну, вот какой-то такой странноватый, этот, такой сумбурно смешанный, хрен пойми, что там происходит, короче. Вот, но нормально все равно. Вот, так что давайте, послушали Antacta Fiction 6. Подожди, а ты до этого Fiction трек не слал, он разве не по-другому звучал? Или ты все треки Fiction называешь? Конечно, была гениальная идея называть все треки, ну, типа, всегда одним именем, и потом пусть слушатели сами разбираются. И возможно ли это? Кстати, можно попробовать. Так, ладно, погнали дальше, спасибо Antacta. Машин драм напомнил. Не знаю, машин драм странно. Так, Кирилл Вадимович выпал с треком «Зараза». Дождевые карат, наверное. Карат, ремикс, я так понимаю. Я вот с этими трэповыми никнеймами, ну, страдаю всегда. Я вообще их не умею читать. Но, по-моему, «В» — это «А». Карат. Кирилл Вадимович. Дождевые, дрожжевые. Ты тут? Нет? Вырежи бубнёж. Да нету такого понятия ни бубнёж, ни чистота детского плача, ничего такого нету. Это все выдумки, пацаны. Зараза, фамилия. Кирилл Вадимович, зараза. Я понял. Сначала не понял, а потом понял. Ну да, да, да. Чё-то нету. Не дошел Кирилл Вадимович. Ладно, погнали дальше. Number two. Это Вячеслав. Опять же, так, человек был подписан в телеге с треком RPGT24. Что бы это значило, неизвестно. Вячеслав, RPGT24. Похоже на кэпчу. Наверное, человек просто кэпчу вводил на сайтике и такой, назову так трек. А, вот, да, кстати, Aphex Twin, ну, он наоборот, он любитель называть, да, свои треки не одинаково, а максимально всратыми, вообще незначащими названиями. Lens. Окей, погнали, слушаем тогда трек от Вячеслава RPGKT24. Как кода по смс-ке. Бростепчик. Damn, boy.
Так, ну, такой вот трек от Вячеслава Лэнс. Бростепчик, ридим, как угодно, да, там он называется. Сорян, я не супер специалист. Ну, дабстепом, конечно, называть не буду, но формально это дабстеп. Вот, слушай, очень такой мощный, вот прям мощно заряжает. Как, я даже не помню, что надо говорить, когда трек мощно, говорит, уф, вот так вот, типа бейс-фейс делает. Вот, мощно валит, ну, понравились вот всякие приколы, которые ты с басом поделал, то есть, ну, вот, мое почтение. Наконец-то, ну, или там не наконец-то, да, то есть, ну, вообще, рад видеть, когда в дабстепе, ну, не просто вобла, да, то есть, а там много чего происходит, то есть, там заедание ритма, да, то есть, ну, короче, прикольно, неплохо, да, и вообще валит, ничего так, но... Скажу честно, мне не понравился тембр баса основного. То есть он хоть и мощный, но он противный. Он пиздец противный. То есть, ну, хоть я в бростепе не сильно много понимаю, но, ну, я знаю, что он должен быть кричащим, да, то есть мощным. Но все равно никто не отменял, что эта мощность должна быть, ну, как бы приятная, короче. То есть от этого такой вот FM-дисторшененный бас... Я тут даже, кстати, хотел вот специально послушать, как вот звучат, например, стерео, да, то есть мне еще, да, вот кажется, что проблема в стерео тоже есть, вот стерео послушал. По-моему, слишком либо борщунул, ну, в пресете там, или сам крутил, да, то есть вот этим FM-ом, ну, или с дисторшеном на верхах. Да, тут, вот смотри, одна каша, на стерео одна каша вообще. Вот. Ну, с другой стороны, это чистая вкусовщина абсолютно. То есть, естественно, ни на что не претендую. То есть, если как бы так и хотел, то, ну, все правильно. Но мое представление по старым всяким дабстепам, таким бростепам, всегда у них бас был, ну, прям приятный. Он был мощный, он был такой трескучий, он был жирный, но, блин, приятный он был, короче, слушать. А вот этот мне слушать неприятно. Вот. Хотя больше, ну, ни к чему придраться не могу. А, ну вот этот вот момент еще такой показался тоже слегка странноватым. То есть тут как-то сильно трек просел. То есть, ну, я понимаю прикол, да, то есть перед ямкой надо сделать спад динамики. Но ты, блин, от баса оставил, ну, только низы и верха, и что-то особо это ничем не компенсировалось. То есть, ну, мелодия, она тоже как была по верхам, да, то есть так и осталась, середина провисла. То есть, ну, вот это вот мне тоже не то чтобы сильно понравилось. Вот, ну, все, больше ничего не могу поругать, все отлично, валит мощно, главное. Все бьебосы будут в шоке, в восторге, это можно гарантировать. Мне норм по звуку. Слушай, тут надо вот прям референс брать, да, то есть, не знаю, ну, кто там, ой, кто там царь вот таких вот басов, да, крутых, блин, сейчас не вспомню, короче, но мне почему-то в голову приходит какой-то, типа, спор со своей там пацификой, ну, не знаю, ну, я думаю, вряд ли он похож на этот трек, вот. Не знаю, надо, короче, мне поинтересоваться, что в бростепе вообще творится, то есть, может быть, там так сейчас модно, и поэтому, ну, я как бы сижу в воду, пержу просто со своим важным мнением. Так, ну что, давайте послушаем последний на сегодня трек, наверное, и будем закругляться. Зомбой Лепс. Он всегда в дабстепе, да, самый крутой. Так, number 3. Домитори Таранов у нас выпал. Он, по-моему, сидел тут. Домитори. Домитори, ты на месте? Зомбой. Наверное, да. Наверное, да. Ну, всё. Ну, так, а чё вы хотели? Час? Посидели час? Чё? Донаты не кидаете? А? Кто крабов с омарами будет есть? Никто, видимо, не будет есть. Референс был, а что за референс? Домитори Таранов, ты здесь? А, ну вот, вижу, да, он в чатике был, писал. Послушаем. Победителя еще будем выбирать, не уходите. Победителя выбираем.
один drum and bass за стрим. Это рекорд. Я думаю, вообще не будет. Еще один секс. Ой, как щелкнуло. Ой, как щелкнуло. Он и не уходил никуда. Где моя миска риса? Банджо. У них он как-то по-другому называется. Японская это лютня. Кто-то, может быть. Опять щелкнула. Ну, типа, да, но, по-моему, у них прям как гитарка она была, тоже такая. Так, ну что, вот такой вот трек от Домитори Таранофу, Maximum Japan, или, не знаю, China Style, хрен их пойми, но, по-моему, все-таки больше японский, мне кажется, стилечек. Слушай, пока, по идее, мне все понравилось, прям... супер топы, даже вот эти вот такие фоновые, вот эти чисто японские звуки, я даже не знаю, как их описать, такие... не гитарка это, блин, или там гусли, да, то есть, а вот что-то еще на фоне вот играет, вот такое вот прям Japan. Короче, кайф. Шли японцам, они одобрят, они стопудово купят. Ну или китайцам, не знаю. Честно, не сильно разбираюсь в отличиях, но, наверное... кому-то из них понравится. Вот, по качеству... ну, мне кажется, что все-таки такая же примерно бодяга, как и с некоторыми предыдущими треками. Почему бас это просто синусоида? То есть обязательно, вот считай, что такие треки, это вот обязательно без баса он будет играть на оборудовании, там на телефоне, например, да? Но кто это будет слушать в клубе? Кому там бас нужен вообще? Его нужно дублировать второй гармоникой обязательно, чтобы он читался. То есть, ну, типа, ну, должна быть сатурация какая-то, или просто, ну, там, сам тембр должен быть. А тут чисто синусоида. Вот это мне, не... мне непонятно, почему так делают. Нельзя, пацаны, просто бас-синусоиду ставить. Это котируется, это можно только вот, например, как вот у предыдущего трека, да, вот, где у тебя бас это гига-жирный, вообще просто какой-то карась, вот. А если у тебя такой вот интеллигентный тоненький трек, то ну какая синусоида? Ну, конечно, нет. Азиатам нужна синусоида. Нет, не нужна. Никому не нужна синусоида. Вот, но все, больше не за что ругать. А, ну, конечно, щелчки еще могу ругать, это просто пиздец. Ну, какие щелчки? Где это было? Вот, вот. Это щелчок самый громадный, блядь, тысячелетия просто. Нельзя никаких щелчков в треке допускать. Ну и там еще дальше тоже было. Вот, ну на этом все. На этом ругань заканчивается. И, ну, шляпа снимается в остальном. Потому что хороший тюн. Вот, ну что. Сегодня у нас вот такой вот получился рекордный бездрандубасовый стрим. Абсолютно, ну ладно, один от Антакта был драм энд бейс. Все остальное это был не драм энд бейс. Давайте выбирать... победителя, напоминаю, голосуй, ну, просто пишите в чатик, там, кто вам понравился, вот, и я потом, на меня это будет влиять. Так, еще раз, у нас был Wizard с треком The Undead.
У нас был Bear с треком Clock of Life. У нас был Илья Сидоренко с треком Pixel Point. У нас был D-Wanderer с треком Russell of Twilight Star. У нас был Иван с треком Астрал. Азиатский щелчок. Так, Михаил с треком Electronic Heart. Антакта с треком Fiction 6. Так, Вячеслав у нас был с вот этим треком лютейшим и Домитори Тарнов. С японским щелчком. За душу берет. Так, Джангл, Дивандрир, Астрал, Джангл, но мне больше всего понравился Астрал, анимешный Джангл. Ну чё, я на самом деле согласен, наверное, вот это первый раз, по-моему, с чатом, когда я согласен. Действительно, мне, господа, понравился вот больше всех трек от Дивандрира. То есть, по разным причинам, и по качеству, и по, ну, по идее самой. Все остальные тоже молодцы, сегодня было, ну, прям, реально, очень хороший разнообразный стрим, наконец-то много разной музыки было, вот, но D-Wanderer хорошо сделал, одобряю, вот, D-Wanderer'у мы подарим месячную подписку в наш ТГшный чатик, вот, напоминаю, да, что у нас на разборку есть всего час, к сожалению, времени немного, поэтому, ну, типа, всех разобрать не успеваем, но у нас есть комьюнити, то есть Emphasis это не просто эти разборки раз в пятилетку, да, там раз в неделю, то есть вы можете залететь к нам в комьюнити, в наш телеграмный чат, и там стать нашей частью нашего комьюнити, скидывать свои демки хоть каждый день можете скидывать про продакшн или офф-топ разговаривать, ну, вот, например, я тут сегодня кекал, как мне какой-то индус написал, что говорит, «Hello, brother, do you want to buy Spotify Premium? I'm from India!» И, ну, я ничего не стал отвечать на этот раз, ну да, вот, про продакшн трем, созвоны проводим, все это может вы тоже делать вместе с нами, если подпишетесь вот по ссылочке в описании, вот, поэтому, да, если что, вот туда заходите, стоит это меньше одного доната, вот, месячная подписка меньше одного доната стоит. Вот. Ну и вообще, конечно, надо быть подписанным на нашу тележку тоже, там, чтобы знать всякие анонсы, куда слать свои треки, например. Это все бесплатно, ничего от вас не требуется, просто заходите, прожимаете подписаться, все, больше ничего не надо делать. Ну и, конечно, YouTube, где мы тоже, ну, делаем разное дерьмо и выкладываем видосики, вот, ну, короче, да, лайк тоже жмите, пожалуйста, и видео смотрите. Ну а так, что, всем респект, увидимся скоро, пишите музыку и на разборке шлите обязательно. Пока!